Мы на третьей линии Золотых Песков. Сюда мы приехали по просьбе одного моего подписчика. Обычно мы здесь не ходим, и сейчас мы тоже сюда приехали на машине. Тут есть такие довольно приличные отели. Русский бар без звездок. Но он не работает. Вот отель «Мимоза», который мы снимали. Со второй линии он тут ходит и на третью. Вот этот отель «Аллегро», который я пришла снимать по просьбе своего подписчика. Рядом с отелем вы увидите плакат Норникеля. Вот на этом столбике перечислены все услуги, которые оказывает спа-комплекс этого отеля. Вот я зашла на стоянку с чудного крыльца. А, отель называется «Аллегро». Вот этот отель. Мне как-то странно зашла. Здесь есть внутренний бассейн. Как тут красиво у вас тенек. Но, да. Один мой этот подписчик, он сказал, что здесь есть что-то необычное. А что у вас такое есть необычное, чем от других отелей? И сейчас я расскажу вам, что мне удалось узнать. Женщина, которая со мной разговаривала, не захотела сниматься и говорить на камеру. Но я вполне могу рассказать вам и сама. Фишка этого отеля заключается в том, что отель «Аллегро» работает как профилакторий Норникеля. Сюда приезжают сотрудники, их осматривают, лечат. Они пользуются всеми благами бальнеологии, проходят различные процедуры, купаются в бассейнах, парятся в саунах, есть крытый бассейн. Поэтому здесь им очень, я думаю, нравится. Тем более они приобретают, я думаю, путевки со скидками, а может быть и бесплатно. Также этот отель работает как отель, его можно снять в Booking.com. Но там другая картина. Оценка отеля очень низкая, несмотря на свои 4 звезды, гости недовольны. Об этом говорит и оценка Booking.com 6,7. Это очень низкий балл для Booking.com, много недовольных отзывов. Но, видимо, отель достаточно хорошо зарабатывает как профилактория и на своих спа-услугах, которые тоже можно получить, и как бы придя со стороны. То есть любой может прийти в этот отель, если есть места, за плату их обслужат в этом комплексе. База в этом отеле очень хорошая. Есть целевая комната, массажная и грязелечебница. То есть фактически весь комплекс услуг. С той стороны, я еще посмотрю. Ага. Мерси. Добрый день. Как вы здесь отдыхаете? А? Как отдыхаете? Хорошо? Хорошо. Отлично. Я думаю, я разгадала его тайну. На выходе меня встречает голубой вагон с надписью «Норникель», который, я думаю, возит туристов этого отеля на пляж. Потому что пляж расположен отсюда довольно далеко. Я думаю, около километра придется идти. Учитывая жару, это не очень легко. Но все довольны. Я думаю, этот отель пользуется популярностью у своих туристов. Решать вам.